Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Шнё – это у нас шведская бижутерия. И помните, вся бижутерия, которая продается в Финляндии, она никель-фри. Если вы имеете аллергию, покупаете вы бусики, покупаете вы серьги в уши, покупаете вы бюстгальтер, покупаете вы джинсы, где вставлена металлическая молния и так далее, и так далее. Вся, весь вот этот металл в Европе у него никель-фри. Ну и, конечно, если аллергия есть, всегда уточняйте, из чего, как говорится, эта бижутерия сделана. Ну и шнё продается теперь везде и всюду, пользуется спросом. И второй вопрос был про обувь. Даже на распродаже купленная обувь все равно является обувь с гарантией. Если вы покупаете обувь, пожалуйста, берите бумажный чек. Многие берут чек только в электронном виде, телефон разрядился, потерялся, упал и так далее, чек пропал вместе с телефоном. Если вы берете чек бумажный, всегда подписывайте перманентной ручкой, чтобы это не выцвело, что вы купили, когда вы купили. Если большая семья, кто купил сандали, кто купил резиновые сапоги, и на сезонную обувь тоже есть гарантия. Если резиновые сапоги начали протекать, их всегда можно вернуть, вам дадут новые сапоги или вернут деньги. У меня есть видео на канале, где я разрезаю старую обувь, чтобы вернуть вот эти деньги. Да, такое тоже иногда бывает. И точно так же, если вы покупаете кроссовки и так далее, если они предназначены для игры, и вы в них пошли в лес, конечно, это неправильное употребление этих кроссовок, и тогда гарантия не действует. Если вы покупаете кроссовки в лес, вы в них ходите в лес. Если покупаете кроссовки играть в какие-то игры, они предназначены для чего? И вы, народ, не поверите, вот эти тапки не могу нигде купить. В Финляндии это большой дефицит, тапки с открытым носом. Есть вот все, что вашей душеньке угодно, кроме вот таких тапок. Кто живет в Финляндии, напишите, где такие тапки продаются. Пойду куплю сразу 10 пар. Вот такой дефицит в Финляндии есть, тапки с открытым носом. Но что такое не везет и как с этим бороться? Не хворайте, народ, подписывайтесь, пишите комментарии. Вот такое видео сняла, ответила на вопросы, которые задавали вы, мои любимые подписчики. Всем физкульт-привет!